Друзья, всем привет! Сегодня у нас по плану тренировка груди и рук. До Олимпии все остается меньше времени. Я уже потихонечку начал выходить на дефицит. Уже прошла первая неделя диеты. И щеки уже вышли из чата. Вот, за неделю около 5 килограмм воды ушло. Вот, ну там, соответственно, некоторые манипуляции были совершены. Замена препаратов, пищевой мусор немножко ограничил. То есть для меня уже достаточно того, чтобы изменения какие-то по форме видеть. Просто нужно убрать быстрые углеводы. Организм у меня вообще очень хорошо реагирует на диету. Я сам по себе очень в детстве был таким поджаром, тощим парнем. Ну, с такими мышцами, но рельеф всегда был. То есть у меня всегда был пресс сухой. Это, наверное, пожалуй, генетический момент, когда у меня вот организм хорошо очень отвлекается на диету. И качество мне делать соревновательные кондиции на самом деле не составляет сильного труда. Но опять же, то есть дойти до максимума уже будет тяжелее. А в принципе просто в течение какого-то времени сохнуть — это не тяжело для меня. То есть я даже сейчас достаточно при высокой калорийности очень хорошо сливаю водичку, топлю жир и так далее. Хотя там у меня нет какого-то изнурительного кардио. Вот, в процессе диеты, там, начиная около 30 минут буквально с утра, то есть я делю кардио, например, отдельно от силовой, то есть с утра кардио, потом у меня завтрак, потом, возможно, какой-то момент я досыпаю, там, может быть, час-полтора, вот, потом у меня уже идет следующий прием пищи, и потом только силовая, вот сейчас у меня такой распорядок дня, такую дисциплину я выстраиваю на протяжении всего цикла сушки, чтобы мне было комфортно между кардио и силовой восстанавливаться. И чтобы сделать как минимум два приема пищи, чтобы был памп хороший на тренировке, силы были. Вот, и сейчас на данный момент у меня БЖУ, то есть белка в районе 300 грамм, жиров 100 и углеводов. Я начал с 400 грамм, сейчас на наборе было где-то около 550, вот, 150 мы убрали. Просто в силу того, что я вообще там толкал в себя еду, было тяжело на самом деле очень много есть. Вот, а сейчас около 400 углеводов, и я даже на самом деле немножко выдохнул. Вот, что не приходится себя толкать столько еды. Но как, кому-то покажется, что это огромное количество еды на сушке. И многие, возможно, будут задаваться вопросом, сколько можно жрать. Как можно, точнее, так жрать, чтобы сохнуть. Ну вот, то есть для меня, для моего метаболизма это нормально, потому что, чтобы содержать мое количество мышц, там, и чтобы их не терять, нужно действительно много есть. И, то есть, если, допустим, у вас там, вы новичок, например, и у вас там тренер сразу урезает очень большую калорийность, там оставляет вообще очень мало еды, то есть, как бы тут нужно немножко задуматься. Я всегда при работе со своими подопечными стараюсь их в течение межсезонья там какого-то откармливать, чтобы потом с большого количества углеводов и вообще в целом калорийности уже потихонечку урезать. То есть нельзя сразу же резко урезать все углеводы, всю еду, потому что вам просто потом неоткуда будет урезать эту энергию. Поэтому всегда нужно делать очень грамотно в этом плане. Вот, немножко отошел от темы. Сегодня мы с вами тренируем грудь. Это, наверное, пожалуй, самая моя любимая мышечная группа, хоть и она не отличается, например, высокими силовыми показателями. Вот я никогда много не жал, но в последнее время я, то есть, снова вернулся к жиму штанги лежа, вот, и потихонечку начинаю как в межсезонье наращивать веса, так и сейчас на дефиците я стараюсь их удержать и в какой-то мере даже повысить, чтобы не допускать атрофию мышечной массы, не терять ее во время сушки. Сегодня по плану у нас будет с вами 4 упражнения, то есть я в среднем на большую мышечную группу делаю 20-24 подхода, 4-5 упражнений буквально. Ну, по настроению бывает 6, но 6 это обычно такое уже а-ля там Джим Свенда, такое вот легкое упражнение. В первую очередь я делаю тяжелые базовые упражнения с весами, то есть это либо жим гантелями лежа, либо жим штанги лежа. Сегодня, к сожалению, очень мало народу в зале. Даже мы не знаем, кого, Саня, будем с тобой просить, чтобы меня подстраховали.
Вот, ты походу будешь снимать и сразу страховать. Вот, дальше, ну, то есть жимы тяжелые, а потом уже идет изоляция, там сведение. Сидение в пикдеке, в кроссоверах, с гантелями, потом снова жимовое упражнение. Вот если вы смотрели предыдущий ролик с задней поверхностью бедра, то есть я вам тоже рассказывал о том, что у меня идет поочередно такое сначала на максимальное сокращение, то есть в тренажере работа с весами, и потом уже на растяжение мышцы, то есть это уже румынская тяга, гиперэкстензия, чтобы максимально мышцы растянуть. Вот, и в таком же стиле я и работаю при тренировке груди и других мышечных групп. Соответственно, тяжелое базовое упражнение, потом уже идет максимальная изоляция, растяжка. Вот, потом снова уже какое-то базовое упражнение, типа отжимания от брусьев и так далее. Вот, в таком стиле сегодня поработаем. И еще трицепс будет. Она является моей стоящей мышечной группой. Трицепс должен занимать 2/3 руки. То есть это, ну, как бы не должен занимать, он в принципе является такой мышцей, что она больше бицепса. Вот, но, к сожалению, наверное, моя генетика это не услышала. В принципе, нужно этот момент исправлять. Вот, поэтому бицепс у меня на данный момент доминирует над трицепсом. И я уже, наверное, который год стараюсь это немножко поправить, эту пропорцию. Вот, в целом, как бы прогрессирует хорошо, но все равно этого недостаточно. Хоть я и на самом деле люблю, очень люблю тренировать трицепс по сравнению с бицепсом. Бицепс я вообще там, знаете, буквально 1-2 упражнения делаю, и этого достаточно. На трицепс я делаю порядка 3 упражнений. Ну, то есть стараюсь компенсировать за счет нагрузки. Вот, то есть итого у нас в среднем 4-5 упражнений будет на грудь и 3 на трицепс. Вот, вот такой вот сегодня план на тренировку. Смотрите ролик до конца. Я думаю, что вы для себя многое почерпнете. Поделюсь своими мыслями касаемо тренировочного процесса. Ну и постараюсь, конечно, меньше болтовни между подходами, потому что уже все-таки каждая тренировка на вес золота, и тут уже нельзя допускать расфокуса. Так, первый разминочный подходик у нас сейчас будет. Покажу вам небольшую технику, как я обычно жму, как с гантелями, так и со штангой. Многие вообще неправильно делают это упражнение. Возрастает риск травматизма, когда немножко положение рук ставят на штанги. Сейчас вам объясню, что я думаю по этому поводу. Ты, кстати, тоже неправильно делал. Я иногда замечаю, как ты тренируешься, так что смотри сразу. В общем, ребят, что хотел сказать. То есть, когда мы жмем, многие делают ошибку такую, что локти вывозят за линию плеча. Соответственно, у вас возрастает риск травматизма на надосного сухожилия плеча, потому что она трется от плечевую кость. И рано или поздно, то есть, как раз и случилось то, что случилось у меня. То есть, получилась микротравма сухожилия плеча. Соответственно, то есть, когда вы выводите локти вот таким образом, то есть, вот сильно выводим локоть за линию плеча, вот это вот опасно на самом деле положение, то есть, это неестественное положение плеча, и получается в результате потом травма. То есть, я делаю каким образом? Я стараюсь локти наоборот вывести вперед, и за счет этого уже потом жать, то есть, так намного безопаснее. Это первый момент. И я жму в основном в билдерском стиле, то есть не допуская сильного прогиба в пояснице, а наоборот ставлю ноги на лавку, то есть чтобы поясница полностью лежала на скамье. То есть вот таким образом. То есть я не стремлюсь там на раз, на два жать огромный вес. Сейчас на данном этапе подготовки это вообще не очень актуально, потому что, опять же, чтобы не травмироваться, особенно во время сушки. Так, вот смотрите, еще раз показываю вам. Раз. И локти чуть вперед выводим.
еще раз. Сейчас сведение в пикдеке будем делать. Тоже 4 подходика. Как многие, наверное, могут заметить, что вообще не делаю ничего необычного. Как и в начале тренировки я вам обозначил, что тяжелые базовые упражнения присутствуют в моем стиле, в сплите. И изоляция. То есть и так всего 16-20 подходов в мышечной группе, в большой. Вот. И вот это уже на протяжении там 3-4 лет, грубо говоря, как мы начали работать с Сашей Филипповым, вот так и прогрессируем. То есть секрет ведь не заключается в том, что вот надо супер какие-то упражнения делать. Прогресс заключается в том, что вы делаете это в системе постоянно и соблюдаете все факторы прогресса. То есть тяжелые тренировки с весами, то есть периодизация, иногда памповые, иногда силовые. Иногда это все комбинируется конкретно специализацией на какую-то либо мышечную группу. Это касаемо тренировочного процесса. И питание, восстановление. То есть тренировочный процесс должен быть такой, что это вас должно, то есть тренировки должны стимулировать гипертрофию мышечной массы. Как на наборе, например, или на дефиците. Тренировки должны быть такие, чтобы они стимулировали вашу мышечную массу не атрофироваться. То есть, если вы будете работать со средними весами или с маленькими во время дефицита, и плюсом еще не поддерживать это достаточным количеством белка или вообще, ну, калорийности для восстановления, соответственно, ваши мышцы будут гореть, атрофироваться. Питание должно быть тоже сбалансированным, конкретно по макросу, по БЖУ. И восстановление самое главное, то есть самый мощный анаболик, запомните раз навсегда, это ваш сон. Если вы будете спать по 4-5 часов, ну, это объективно недостаточно. Вы можете себе позволить 4-5 часов спать, но вы должны еще там досыпать где-то днем. А так, конечно, ночной сон, он самый эффективный, с хорошей фазой сна, глубокой. Вот, и желательно, то есть, ложиться около 11 часов. Вот, я конкретно, у меня вот такой вот уже режим на протяжении многих лет. Я ложусь в 11 и встаю там в 6-7 утра на протяжении уже многих лет. Вот. Поэтому обратите внимание на ваш сон. Если вы не прогрессируете, значит, нужно проанализировать, в чем у вас конкретно пробелы. Плохо тренируетесь или недоедаете, либо плохо спите. Ну, конечно, еще есть другие факторы, но это уже касаемо этих выступающих спортсменов, там, фармакологии или еще какие-то моменты, БАДы. Вот. Но основа – это именно вот эти вот три аспекта. Вот три кита, соответственно, ваша база прогресса. Поэтому обратите внимание. И там, кто бы что ни говорил, что там фармакология, да скажи, сколько ставишь и так далее. Ребят, вы, это все, я, конечно, понимаю, что многие хотят в основном только это слушать, но с опытом к вам придется сознание, что это не самое главное. То есть, конечно же, чтобы достигнуть высоких результатов в профессиональном спорте, я сейчас говорю конкретно про бодибилдинг, про сцену. Конечно, это тоже очень важно, но поймите, дозировки, препараты, это не сделают из вас чемпиона. Из вас сделают чемпиона только ваша дисциплина, желание отдаваться делу, то есть и соблюдать вот эти вот
основополагающие факторы прогресса. Если вы будете ставить в приоритет фармакологию, можете даже не начинать заниматься бодибилдингом, потому что вы конкретно будете надеяться на какую-то волшебную таблетку, пилюлю и так далее. Если вы уж приняли решиться решили заниматься бодибилдингом и хотите там посвятить свою жизнь этому спорту, я вам сразу по факту рекомендую сразу эти все полочки в нужное место разложить, чтобы у вас было понимание и не питать себя какими-то иллюзиями, что фармакология сделает из вас чемпиона. Из вас сделает чемпиона только дисциплина, генетика, и тяжелый труд. Вот и все. Снимай там не из-за угла. Сейчас будем делать разгибания на грудь в неполную амплитуду, локти до конца не разгибаем и корпус вперед, точнее вес тела переносим вперед и стараемся максимальную амплитуду работать грудью именно. Смотришь ленту, блядь, всех в отпусках там, кто где там, кто на Мальдивах, кто где там, в Испании, в Италии люди отдыхают. Тоже что-то хоть захотелось. Но сейчас вообще мысли об отпуске, конечно, они присутствуют, потому что все-таки год уже без пилирова занимаешься, то есть с такой, в прошлом ролике я показывал, с какой формы я стартанул, и сейчас уже что получается, через месяц будет ровно год, как я после получения прокарты начал опять форму возвращать и значительно за год спрогрессировал. Что там, в 91 было у меня на взвешивании, когда прокарту получал, а сейчас в колее 96, я сейчас думаю, что где-то 98. Выйду на мистер Олимпия. Вот, в целом 7 килограмм за год добавить довольно-таки неплохо. Вот, я к чему вел этот разговор, что сейчас главное выложиться. Вот, и на самом деле очень заряжаю, что готовишься на такой турнир, входишь в историю, грубо говоря, и вообще даже как только подумаешь об этом, и сразу же мысли об отпуске уже улетучиваются куда-то. Вот. И мне вообще кайфово, на самом деле. Вот сейчас вот эти 2-3 месяца. Вообще, по сути, к этому всю свою жизнь шел. Вот. И сейчас она просто реально очень хорошая.
очень хорошую форму выложить, точнее не выложить, а выставить, показать максимум, чтобы в первую очередь перед собой было не стыдно, а там уже посмотрим, как студия оценит, какой результат покажем. Но опять же, я повторюсь, что для меня цель – это топ-10. Вот. Я смотрю на это, что этот результат так-то вполне реальный. При том количестве участников, которые будет в этом году, ну, я думаю, что 32-33 участника будет. С учетом того, как все доедут, там, получат визу или нет. Некоторые ребята, ну, профессиональные атлеты, вообще несколько про-турниров выигрывали. Вот, поэтому посмотрим. Я, конечно, очень надеюсь на самый высокий результат. Ну вот, но я думаю, что я уверен, что это будет не последняя Олимпия в моей спортивной карьере. Поэтому я своей цели все равно обязательно добьюсь. Тем более у меня есть запас по возрасту. Я вообще, то есть, как бы, 5 лет закладывал на то, чтобы получить квалификацию. Вот, когда мы снимали выпуск с Андреем Луценко. Вот. И где-то через 2 недели, короче, я взял уже эту квалификацию. Поэтому будем улучшаться. Как бы уже, знаешь, при подготовке сейчас на Олимпии я уже строю планы на следующий сезон. Нужно будет улучшиться еще там. То есть, как бы, объективно еще есть запас по весу. Есть куда улучшаться. И еще даже можно сверх этого лимита набрать и потом ужаться. То есть, как в основном делают ребята, которые уже перерастают в классе физик. Наверное, как это делает Бамстас в первую очередь. То есть, как, у него вес 105 килограмм, рост 185 сантиметров. Я думаю, что он там неспокойно в свою категорию заходит, то есть, там, эти 105 килограмм. Я думаю, что он очень сильно ужимается, потому что, судя по его лицу, он вообще максимально, ну, жестко сливается. Вот, поэтому я думаю, что есть там 4-5 килограмм, чтобы еще этот лимит добрать. И еще, например, сверху килограммы 3-4 можно набрать и потом этот вес ужать в категории. Сейчас сидение рук в кроссовере, последнее упражнение, и потом уже переходим на трицепс. Так, ну что, переходим на трицепс, сделаем 3 упражнения. Мое любимое упражнение — разгибание либо с треугольной рукоятью, обычно делаю, либо с EZ, этим EZ рукояткой. На максимальную амплитуду, в полной фазе растяжения и сокращения. Сделал небольшой дроп-сет. Yeah.
Так, сейчас французский режим из-за головы сидя, тренажере. В общем, я уже, наверное, последний год перестал использовать именно со штангой в EZ-грифом. Работаю только в тренажере, вот, потому что конкретно здесь у меня какое-то более комфортное положение локтей. Вот. И не такие, короче, болевые ощущения вызывают. То есть, не скажу там, чтобы они прям болели, но здесь как-то более комфортно для локтей. Обратите внимание, что не вперед мы разгибаем и локти в сторону не разводим, а стараемся все-таки немножечко локти уже ставить вот таким образом и кверху только, чтобы в максимальной фазе амплитуды растягивать. Когда можешь смогу поставить? Так смонтируешь, что с первого раза. Полно. Вот так вот. С первого раза. Ну и последнее упражнение. Жим вниз в тренажере. Имитатор брусьев. Так-то, конечно, надо было его в начале тренировки трицепс составить, потому что все-таки здесь на нормальные веса хотелось бы уходить. Вот, но как сделали, так сделали, поэтому будем делать примерно по 15 повторений, 4 подхода. Все, походу меня не хватит на третье упражнение. Так, ну что, друзья, собственно, здесь мы с вами закончим тренировку. Сделали 16 подходов на грудь и 12 подходов на трицепс. Вот, сейчас немножечко еще растянусь. Нур рабочей мышечной группы. Вот, и на сегодня все. Мало чем отличается у меня тренировка в межсезонье от дефицита калорий, ну, точнее от диеты и подготовки к соревнованиям. Отличается тем, что меняется только колораж и, собственно, добавляется больше энергорасход, больше кардио. В процессе подготовки меньше еды. Так что, то есть я основополагаюсь на какие-то, знаете, базовые факторы, на базовые вещи, то есть приход, расход. Да, конечно, там где-то ближе к соревнованиям веса немножечко уменьшаются, чтобы не травмироваться. И ну, добавляются упражнения, наверное, больше на изоляцию, больше на проработку и где-то в каких-то моментах статика подключается. Ну и статодинамика. Вот. Это так, знаете, нанести какие-то небольшие штрихи в форме, имеющиеся. А так, конечно, на дефиците калорий основа – это сохранить максимум мышечной массы и, собственно, поддерживать гликоген, наполненность в мышцах, вот, и подойти максимально свежим к старту и без сильной угнетенной центральной нервной системы. Вот. Это самое
основная цель, потому что все-таки уже год идет подготовки без перерыва. То есть были какие-то моменты, где там я брал недельку отдыха, но существенно, конечно, на разгрузке головы это не сыграло роль. Поэтому сейчас важно, чтобы тренировочный процесс был построен так, чтобы сильно не угнетать нервную систему. И повторюсь, чтобы подойти, так скажем, по-русски, не вон, к Олимпии, вот, и чтобы было настроение, и чтобы был вообще кайф от всего процесса. Поэтому, судя по динамике формы, ну, прогресс хороший уже за неделю есть. Я думаю, что примерно за 6-7 недель уже форма будет плюс-минус в соревновательных кондициях. Вот. И главная задача просто донести эту форму до Штатов, до Олимпии. Вот. И за 2 недели уже быть полностью готовым, чтобы спокойно совершить эти все перелеты продолжительные. И потом просто довести штрихи по форме и слить лишнюю водичку. То есть вот такой вот план. Я примерно подозревал, что мне нужно будет меньше времени, чтобы сделать форму в этот раз, потому что все-таки после Кореи прошло всего 2 месяца. Много жира я набрать не успел в межсезоне. И, собственно, форма придет намного быстрее. Ну, расчет был с тем, что мы начнем заранее, и чтобы потом не форсировать в случае чего, и брали в расчет, что нужно будет немножко пораньше вылететь из России. Вот. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ваши пожелания в других роликах, ваши пожелания, чтобы я разобрал какие-то конкретные темы. Я постараюсь как-то разбавлять тренировочный процесс питанием и другими аспектами подготовки. Так что в следующих роликах обязательно ждите мою продуктовую корзину. Будем разбирать бюджетную продуктовую корзину и мою непосредственно, какие продукты сейчас я покупаю, сколько выходит у меня в неделю, сколько в день выходит. Поэтому я надеюсь, что вам будет интересно. Все-таки на просторах интернета, конечно, этого всего много, с лихвой, но то есть я не стремлюсь среди всех как-то выделяться. Я вам сугубо показывали, что как веду подготовку свою я. Возможно, вам мой подход будет близок, и вы что-то для себя новое увидите. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующих роликах.